Далее к событиям в промышленных отраслях. Только за 2019 год объем экспорта текстильной продукции Узбекистана на мировом рынке составил 2,1 миллиарда долларов. Для сравнения, данный показатель в 2018 достигал 1,6 миллиарда долларов. То есть за год поставка товаров за рубеж увеличилась на 30%. Эти цифры демонстрируют картину возрастающего спроса на узбекский текстиль. Важную роль в этом сыграло то, что за три предыдущих года по республике реализовано 184 инвестиционных проекта с суммарной стоимостью в 1 миллиард 600 миллионов долларов. Положительную динамику и высокую результативность демонстрирует организация промышленных объектов на основе кластерного метода. В Наманганской области введены в эксплуатацию очередные мощности, деятельность которых основана именно на кластерном подходе. В текстильной промышленности Узбекистана сегодня происходят коренные изменения. И это не просто слова. Реализуемые по инициативе главы государства меры, направленные на ускоренное развитие отрасли, приносят свои плоды и в Намангане. На предприятии «Устекст» уже успели оценить все преимущества кластерной системы, которая охватывает весь процесс производства – от переработки сырья с полей до выпуска готовой продукции. В Учкурганском районе с площадью в 9345 гектаров за прошедший год был получен урожай хлопка в размере 30 тысяч тонн, что на 6 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. Полученная прибыль позволила расширить спектр возможностей. В строй введены две лаборатории, закуплены две современные, не имеющие аналогов в Центральной Азии, хлопкоуборочные машины, а также 30 новых тракторов. А тем временем и в Чертакском районе открыт филиал предприятия «Устекст». Его продукция полностью экспортоориентирована. Здесь установлено передовое турецкое оборудование. Сегодня в самых развитых странах на трикотажных предприятиях используются именно такие технологии. В данное время мы тесно сотрудничаем с местными специалистами, делимся опытом работы на новом оборудовании. В этом филиале производится 50 видов трикотажной продукции, а главное, с запуском нового объекта создано 800 новых рабочих мест. Тем самым во многом решен весьма актуальный для местных жителей вопрос занятости. Еще один филиал «Устекст» в эти дни открылся в Нарынском районе. В год предприятие будет производить до 5 миллионов единиц готовой продукции, а именно более 100 видов трикотажных изделий. В то же время 600 местных жителей обеспечены работой. Словом, благодаря реализуемым колоссальным реформам, сегодня Узбекистан вступает в новую эру развития текстильной промышленности. И на примере регионов уже видны значимые результаты проделанной работы.